Голосование до дня голосования, которое будет проходить у нас в течение 6 дней до дня, ну и в сам день. До дня голосования все избиратели, все участники голосования могут совершенно спокойно приходить на свои избирательные участки по месту регистрации, то есть там, где они прописаны, и голосовать. Участки будут открыты с 12 до 20 часов ежедневно, будут работать все это время. В день голосования 1 июля они будут работать стандартно с 8 до 8 вечера, 12 часов. Какие меры будут приняты там? Значит, на входе каждого избирательного участка будет расположен специальный дезинфицирующий коврик, чтобы избиратель при входе уже мог обувь свою продезинфицировать. На каждом участке будет определен специальный член комиссии, который будет встречать этих избирателей с дезинфицирующими средствами. То есть зашел избиратель, ему обработали руки, ему выдали одноразовые перчатки, выдали маску, выдали одноразовую ручку. Все это обрабатывается. Далее избиратель опять также подходит к столу для голосования, где сидят члены комиссии. При этом соблюдается дистанция 1,5-2 метра между избирателями и между членами комиссии, которые находятся на участке. Точно так же он показывает паспорт на расстоянии. То есть член комиссии сверяет просто данные, фотографию, данные, ну и паспортные данные, соответственно, прописку в паспорте. Выдает избирателю списки избирателей, где он расписывается в получении бюллетеня своей одноразовой ручкой, которую он получил на входе, берет бюллетень, идет, голосует. Кабинки у нас будут без шторок, они будут расположены входом к стене, так, чтобы соблюсти волеизъявление граждан.